Начали. Сейчас, мой дорогой Варио, мы пойдем в очень особенное место. А куда мы пойдем и за кем мы пойдем? Мы пойдем в тюрьму за моими кумирами, Мэром Хамдингером и Вектором. Потому что у меня в детстве было два кумира. Мэр Хамдингер и Вектор. Хамдингер находится в 11-й камере, а Вектор находится в 22-й камере. А это мы, собственно говоря, где? О, Варио, мы в тюрьме, находимся рядом с тюрьмой для самых известных всех суперзлодеев. Ее длина 11 метров в высоту и 66 метров в ширину. И длина как 11 футбольных полей. Или может даже больше. Здравствуйте, меня зовут Куба. О, мистер доктор Эйван, какая честь, что вы нас к нам заглянули. Спустя столько, пускай 15 лет. О, здравствуйте, Куба. Какая честь. Ты его знаешь? Да, конечно. С детства были, пока Кубу не устроили на эту работу. Нам нужны Мэр Хамдингер и Вектор. А в каких они камерах? Да-да, сейчас, секунду, я пойду к своему стажеру. Подъем! Знаешь, в каких камерах находятся Мэр Хамдингер и Вектор? О! В камерах? Да-да, конечно. Следуйте за мной. Вот мы и на месте. Вектор и Мэр Хамдингер. Они уже сидят здесь 16 лет. С тех пор. Только будьте... Только проводите их. Мы не обещаем. Варио, а подай ко мне динамит. Хорошо. Есть. Мы взорвали. А? А ну, стоять! Размечтался. Ха! Ау! Бежим! Они убегают! Не отставайте, друзья-злодеи. Варио, доставим в логово. Так точно, босс. А я буду разбираться с Шайгаем. Будет выполнено, шеф. Господа, пройдемте со мной в логово. Доктор Эгман сейчас подоспеет. Занимайтесь своими местами. Все сделано, босс. Отлично. Вам не сойдет это с рук. Если ты считаешь, что да, тебе... Убегают, бежим! Наконец-то! Свобода! Побежали к нашему логову. Вот оно, наше логово. Ого, в Каире оно самое большое, суперзлодейское логово в Каире. Ого! Достаточно красиво. Красиво, как я люблю говорить. Думаешь, правда заглушит боль? Заполнит пустоту в твоей душе? Так говорил мой наставник Лорд Шейн. Мертвый живет в прошлом, а я должен стремиться к будущему. Сейчас я отодвину лока. Сейчас. Мы сейчас им всем покажем. Кто тут главный? Кто тут босс? Кто тут батька? С батьком. Уважаемые злодеи! Сейчас, когда мы все вместе, всем нашим составом, ну, кроме Боузера, проехали, мы сможем победить Соника и отомстить и Марио и Луиджи и уничтожить все, что им дорого. Все снести, все до атомов. Все разнести, ничего в живых не, никого в живых не оставляем, убиваем мгновенно. И у нас есть артефакт, который всем мы можем всех уничтожить одним щелчком. Это же перчатка бесконечности. Она очень красивая, значит,
Неплохо для злодея. У меня есть кое-что мощное. Суперзвезда! Которая питает энергией всю перчатку. Мы отомстим им! Поперхнулся. Они еще попляшут. Доброе утро, мир. Что за хороший день сегодня? Сейчас отлично выпьем кофе. Смотри, новости. Срочные новости. Вчера из тюрьмы сбежали два опасных преступника. Мэр Хамнингер и Векта. Что? Сбежали? А как это произошло? Кто это допустил? Вчера мистер доктор Эгман и Варио тоже вломились. Стоп. Мистер доктор Эгман? Мы же думали, что он после щелчка... Соник, подойди сюда. Я здесь. Вчера двух злоумышленников взломали в тюрьму и украли двух самых известных суперзлодеев. Полиция обыскивает все местности города, рыскивает по всей стране. Если вы знаете, как они выглядят, пожалуйста, позвоните на этот номер. А мы будем держать вас в курсе новостей. Да уж, ну и ситуация. Руш. Да. Два преступника сбежали, и мистер доктор Эгман. Эгман. Он все-таки вернулся спустя 5 лет. Я ему отомщу. Мы поможем. Нам нужна помощь. Как я люблю говорить. Ты потерял сына? Да. Много лет назад. А я отца потерял. Желаю найти сына. А я желаю тебе найти отца. Сын, пельмень в рот. Это же ты. Не стой столбом. Беги папку обнимать. Да уж, раз уж такое произошло, я думаю, нам нужна помощь. Нам нужна помощь все-таки от кого-то. Но у кого мы будем просить помощи? Это вопрос. Да, мы в очень трудной ситуации. Хоть нас много, но мы не справимся. Если мистер доктор Эгман вернулся, и если он задействует камни, особенно камень времени, то тогда всем нам, все, что нам будет дорого, будет уничтожено. А я как хранитель храню камень времени. Не зря все-таки я ему отдал поддельный. Так что... Хотя это был настоящий, а поддельный был глазиком. Он был отдельно, а настоящий был в глазе. Так что, ничего страшного. Мы до сих пор остались живых все. Если у нас только один отступник Наклз не пережил щелчок. Все пережили. Валуиджи. Иди к Сонику и скажи им, что пускай сдаются на мою власть. Хорошо. И тебе поможет Джексон Шторм. Это же... Валуиджи и Джексон Шторм? Джексон Шторм? Как посмел он? Он же хотел нам помешать нашим планам. Валуиджи? Соник? Джексон Шторм? Сдавайтесь! Именем власти, данной мне мистером доктором Эгманом, вы сдайтесь, или мы разрушим весь ваш дом. И ничего не оставим. Все под корень уничтожим. А если никто не будет сдаваться, мы того победим. Это как? А вот так. О! А! Ну, у вас есть время.
У вас в час, ждем вас в час полуночи. Муа! Да. Трегман, он вернулся. Нам нужно уходить! Сейчас! Давайте, все собираемся. Собираем вещи. А, стоп, у нас же нет вещей. И еще кое-что, одно перед тем, как мы уйдем. Мы направляемся. Марио и Луиджи. Ты знаешь где-нибудь? Да, конечно, Марио прислал мне письмо. Боже, это же другой конец страны. И где это? В Албании. В Тиране, столице Албании. Согласна. Нам нужно уходить, иначе нам конец. Поддерживаю, нам нужно уходить. Иначе нам всем конец, никто из нас не останется в живых. Давайте, уходим! Все эвакуируемся, эвакуируем весь дом. Отступник Наклз, доктор Отстань, доктор Глубокий идут с нами. Доктор Стрэндж также. Эвакуируемся. Фух. Ну что ж, курс на Албанию. Албания, вот и мы. 12 часов спустя. О, Каир. Красота. Вот там злодеи. Мы на месте. Все на месте. Уже рядом. Все. О, мы на месте. Улица Тирана. Тирана, улица Даника Кастериоти 2. Мы на месте. Это то самое здание. Давайте, все, идите. Если что, говорить будет Соник. За всех. Все мы можем остаться без дома, если нам не помогут. Марио, открывай! Да, кто там? О, привет, Марио. О, Соник, как мило, что вы решили к нам заглянуть. Чем мы можем вам помочь? У вас трубы сломались. Что? Нам сейчас не до труб, Марио. Нам всем, всем нам угрожает опасность. О, вы мистер доктор Эгвенрус, да, мы слышали об этом. Луиджи вчера прочитал об этом в новостях. Да, мы помним, да, конечно. Заходите, извините за беспокойство. Мы просто не поняли. Давайте, ребята, заходим. Все в дом. По одному. Доктор Глубокий. Найн. Это абсурд, Марио! Абсурд! Держать вас в нашем доме — это оскорбление всего, чего нам дорого. Продолжай говорить, Луиджи. Иначе твоему брату конец. Ну шо, сразишься? Да, сразишься? Ты боишься? Синяя крыса. Как ты меня назвал? Скажи мне это прям в лицо. Усатик. Усатик. Хватит! Хватит! Да, пожалуй, право. Говорит, Франческо точно не знает, что он лучший. Он точно, он не держит возле себя ржавые полуторки для поддержки. И много ты на себя берешь, на вид тонкий, как кусок фанеры. Фанеры? Ну погоди, Маккуино! Ну погоди, угнаться не... Тебе конец. Хватит! Согласен, хватит.
Луиджи, отпусти Марио. Он первый начал. Итак, рассказывайте, как вы оказались в Албании и как вы пересекли границу? Кто первый расскажет? Я. Хорошо, хорошо, рассказывай. Все началось с Shadow. И затем мы посмотрели новости. И там говорилось о том, что Мархандингер с помощью мистера и Вектор с помощью мистера доктора Эггмана и Варио сбежали. Варио? О, божечки, Варио. Стоп! Варио! Точно! Они тогда с Луиджи меня похитили, а Луиджи тогда меня спас с Донки Конгом и Йоши. Да, я знал, что они будут мстить. Что это добром не кончится. Да, мистер доктор Эггман не устанет на нас каждый раз нападать. Видимо, не так хочет отомстить за поражение тогда, которое он потерпел. Потому что вся его армия проиграла. Ну, вернее, мы всю армию захватили, а Эггфорсер не смогли. Так что, фактически, мистер доктор Эггман вернулся. Нам нужен план. Есть идеи? У меня. Но нам нужно уничтожить и перчатку, и камни. Тогда он не сможет использовать ей во зло. Ну, это, конечно, гениально, но это как-то это слишком будет жестоко. Он же все равно сможет щелкнуть. Тем более, там есть суперзвезда. Тогда, да, этот план, конечно, не сработает. Ну, ладно. Потому что если мистер доктор Эггман соберет перчатку с помощью суперзвезды, нам всем будет конец, никого не останется. И мы все поздравим. Нам нужна армия. У нас есть армия. И в нее входят все мы. Достаточно большая армия для боя с мистером доктором Эггманом. Такой должно хватить. Доктор Эггман должен получить по заслугам. И Варио тоже. Да, Луиджи? Яху! Да! Ура! Shadow, Луиджи. Вы знаете друг друга? Да, Shadow когда-то меня застал врасплох. Теперь мы будем мстить. Кто? Куда ты будешь деваться? Дикобраз! Дикобраз! Хватит! Ладно, он первый начал. Время боя! Нет, Луиджи. Ну почему? Почему из двух несчастных кроликов мне достается именно тот, который без пульта? Из двух! Вероятность 50 на 50. Да, не повезло тебе, бюрократ в галошах. Время боя! Хватит! Вы и так уже надрались. Да, по Шэдоу вы не скажете. Я отомщу за всех. Соник, стой! Их много, а ты один. Ты не сможешь со всеми справиться. Да, Марио, он прав. Ты не сможешь справиться один со всеми. Тут бой за наши жизни. Если мы проиграем, то тогда всем нам, всей нашему миру, конец. Да, тут Марио прав. Один уже я тут не справлюсь. Ну что же, друзья, давайте покажем мистеру доктору Эггману и всем его злодеям, что если он... Что если он тронет одного из нас, он будет иметь дело со всеми. Да. Давай, время бить яйца. А, он же яйцеголовый, логично, что время бить яйца. Ну что же. Мы готовы к бою. Я тоже готов к бою. Давайте. На поле боя. Давайте все. Эггман. Точнее, Хамбингер, идите за нами. Ну что же,
Мы готовы к бою. У нас армия. Сони, Эгман. Мистер доктор Эгман. Ну что же. Время боя. Команда в атаку! Вперед! В атаку! О! Катана. Ты за это заплатишь! А! В атаку! Эгман! Ой, мне пора. Злодей, в атаку! Заряда! Время. Суперзвезда. Наконец-то. Она моя. Соник, звезда! Эти катаны сейчас. Нет, она моя! Нет! Да. Стоп, что? Злодей, в атаку! Я сама неотвратимость, а я так просто железный человек. Соник, стой, мы победили, не умирай, Соник. Помните вас всех. Всех и каждого. Сегодня мы все собрались здесь, чтобы отдать дань уважения Сонику при пожертвовании на щелчке. Маэстро, музыку. Хорошо.
Он был лучшим из всех. Тех, которых мы знали. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить всю армию. Никогда его не забудем. Эх, Соника жалко. Он был защитником, солдатом, напарником, другом. Из всех, которых мы знали. Он дал достойную жертву. Земля тебе пухом, приятель. Земля Сонику пухом. Все помнили. Он хороший был. Он был быстрый, умный, смекательный. Он именно возглавил нашу армию. Он помог нам всем. И если бы не Соник, мы бы никогда бы... Шэдоу бы никогда нас сюда бы не привел. Покойся с миром, дружище. Мы все тебя помним и любим. Мы еще увидимся, Соник. Обязательно. Мы снова еще вернемся. Обязательно встретимся еще раз. Мне совсем не жалко вашего Соника. Ах ты, бесчувственный. Варио. Вот тебе. В атаку! Мочи катану. Я быстрее вожу катану. Вот, я говорю, это тебя зовут Соника. Бесчувственный, бесчеловечный, монстр. А! В атаку! Вот. Вот. Это со Соника! За Соника!
Мы еще вернемся. Мы еще вернемся. Это еще не конец.